У Баси новый ошейник. Ой-ой-ой-ой. Степа. Выпускай, пусть она хоть тоже. Не знаю, сейчас как. Йоу, кто не спрятался? Люська не виновата. Так, эту поймала Маню, да? Маню что, поймала. Маня, твоя. Твоя. Бери Маню, бери, бери. Люся, скажи, что значит Маню? А меня? А меня? Подожди, 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 скажи. У меня еще Бася, так, Басю Тойонова. Маню, скажи, это самое. Все, все, в доме все замерло. Бася просто, посмотри на Басю. Бася прикинулся просто простыней. Понимаешь, он не двигается, думает, может, не заметит. Нет, ты Маню придерживай. Оба! Оба! Ты просто придерживай Маню, чтобы она ее не дергала и не забрала. Так, скажи, Бася, ты мне подходишь своим ошейничком под трусы. Иди сюда, мой милый котик. Бася, все. Так, 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 так. Оставь ошейник. Я знала, что так будет. Люся. Люся. Верни Басю. Люся. Смотри, она уже и здесь обои обдирает. Понесла, понесла. Скажи, красавчик, пошли покушаем. А Степе ничего другого не остается, как любоваться своим отражением. Люсь, неси Басю, неси. Нет, Степа, скажи, мне ничего не грозит. Йоу, это тебе показалось, Степа. Что? Этого тоже нужно, да, приласкать? Тоже. Что? Боже мой, боже мой. Люсь, откуда такие кульбиты? А, Степка стал сдачи давать, да? Игры, игры. Начались гамадрили игры. Ой, ой, Люся. Так, скажи, тут я уже, скажи, все сделала, тут я все проверила. Что в доме без меня, скажи, делается? Так. Ты что, это? Гасите свет, Люся. Называется «Гасите свет». «Гасите всех» называется. Люся, иди ко мне. Люся, что? Тащи, тащи Басю. Вот как Люська чувствовала себя в руках директора, вот так примерно Басик чувствует себя. Ты что, кормить его принесла? В руках Люси. Неси его сюда. Неси, оставь. Что такое? Что не то другое вопрос? Опа! Степа, кто не спрятался? О, Люся! Степа, Маня! Люська, смотри! Вот это да! А ну-ка! Где? Смотри, голубика! На-на-на-на-на-на-на! Манечка! Скорей, скорее, Степоша! Люся! Сюда. Не, не надо на низ, потому что они сейчас перевернут, придет давай. Сюда покушать. Манечка, иди кушай. Пока Люся занята котом, она не знает, куда его засунуть. Так, там домик, сям домик. Но Басик, вот Степа, как да? Они... Степочка, иди. Как они все-таки знают, с кем себя как вести, понимаешь? Бася просто. Скажи, мой малыш, сейчас я найду тебя лучший из домов. Скажи, сейчас я тебе сделаю... Да? Двухуровневую квартиру. Залазь, залазь, Степочка, залазь. Степа, дай ей отпор. Степа пошел голубику собирать. Он, Степка вообще не выглядит. Ты глянь, как он на нее. Он загнал ее под плинтус, ты посмотри. Люся, твое время, по-моему... Истекает главенство. У нее глаза разбегаются. Неужели это все мои? Иди сюда, скажи. Блин. Кота делят. Да. Люся, не много ли тебе, а? Ну, ладно. Так, ты кого перевернула? Ты главаря банды в
будущем вожака перевернула. Манечка, кушай, кушай. Там вот это вот не для тебя, понимаешь? Все, что там происходит. Люся, Люся, иди. Ко мне. Она вон пораскидывала, не давай. Она все. Дик, дик, дик. Я думаю, что скоро Люська именно будет с Степкой. Блядь. Угу, поймала. Опа! Да. Ага, кот остался. А кот с этой стороны. Та-да-да-та, и да-та-да-да-та-да-да. Кто не спрятался, скажи, чтобы я, да не нашла. Чтобы я, да не накормила кота. Да? Нет, Бася молодец. Он не сопротивляется. Он понял, что это не Степка с Маней. Все, я поняла. Ты ему все-таки сделаешь двухуровневую квартиру. Ты все-таки нашла, куда его затащить. Все, все. И хвост спрятать, Люся. Все, и попой своей прикрыть вход. Чтобы это чисто твой кот был. Да? Но ты уже определись. Либо кот туда, либо ты. Степа. От метла. От метла. Бася, сиди там, не отсвечивай. Она уже забыла, куда она тебя посадила. Басик, ты посмотри, какой умный. Не забыла, не забыла, не забыла, скажи, Люська, да? Степа. Выплыла. Что он там делает? Колбасится. Погомодрили. Алло. Так. Ой, уже ж не было. И Басику хоп в ною понесла. Дай сюда. Люся, иди сюда, неси конфету. Красный мак, а при чем? Люся. Дай, дай сюда. Дай сюда красный мак. Дай. Дай где? Чтоб я да не отобрала. Это ж, конечно, это же не я буду. Так, все. Сиди там с Басиком. Я тебя так ногами закрою. Манечка. Манечка. Мышка моя. Да. Фу. Ураган. Ну, ставь голубику. Она все равно пошла не в пользу. Вся пошла по полу. Вон и на диване, и везде. Продукт был перепочен. Люся, чё бьёмся там? Скажи, можно просто выйти, скажи, да? О! Всё, Люся, Бася спрятался. Нету, я закрыла вход. Бася даже не отсвечивает, умный кот. Люся, никого нет. Ты что значит никого? Чтоб я, скажи, до себе не нашла. Нету Басика. Нету, представляешь, Басика. Вадик, вот смотри. Басик даже не мявкает и не показывает, где он сидит. Где? Я его там ногами прикрыла. Нету его там. Нету. Нету его там, говорю. Бась, ты где? Да. Не. Люсю надо назад в вольер. Да. Бася. Бась. Выходи. Люся в вольере. Бась. Бася, где кот? Степа, ищи кота. А, он уже вышел давно. А я думала, сидит, прячется.
все поняли, что Люсю посадили в вольер.